Офигеть, какая гонка. Здорово. Ножки девочек скатились. Пашкудишка? Пашкудишка. Я не слышал это слово уже. Аждикюшка. Года? Полгода? Больше? Чих-пых мне передали Аждикюшку. Занимался сексом, записал. Не-не, это слишком... Два раза это слишком много. Подожди, полгода. Бля, ну тут, конечно, вот мороженка вот эта вот, а с черри с топпингом, я бы как фу. Я мороженка в баке давно пиз же. Тут она прям это, ну понятно, что в баке она не сравнится. Я стал оценивать, я раньше ненавидел KFC, а потом я понял, что Макдональдс в два раза, блядь, просто дороже. И я стал намного проще относиться к KFC и стал там есть. Розовый лид фант с топпингом. Шоколад карамель бы полунить. Не, все равно вот я смотрю на этот рожок. И вот в маке, блядь, там вот это вот. Допустим, да. И стаканчик этот, блядь, еще туда что-то какой-нибудь. Фруктовый вот или шоколадный штучку. 200-300 гривен, 20 наггетсов, это недорого в KFC. А если мы зайдем до Макдональдс Украины? 20 наггетсов, это, блядь, 13 евро где-то, или 14. Меню. Ебалочки, наггетсы. Слишком дорогие. А тут 3... А, правильно, мне цену нахуй надо знать. Цена в ЛС. Ну какие? Может Mac Delivery? Не. Бля, в приложении можно посмотреть. Ну. Блять, как вкусно. Бля, я Макдональдс пиздец захотел. Я в KFC захотел. Что-то у нас по KFC сегодня. Сегодня среда, я не знаю, работает. Купончик один, 50-50. Да, да, да. Что у нас сегодня? Блять, у нас напиток, конечно, нахуй, да. Не, в пизду. У нас два напитка, блять, по цене одного. Нахуй как это ты? Как ты посмотрел? У меня приложение в телефоне. Оно высвечивается сразу по средам, блядь, купон. А в Украине нет приложения KFC? Нахуй это надо, блять, два напитка по цене одного. Был бы боксмастер, я бы сейчас, блять, нахуй это дота пошел в KFC. Кстати, насчет доты. А у нас сегодня 6 наггетсов. Ебать. За 75 гривен 12 наггетсов, это круто. Но меня не заставят встать с креслом. Давненько я не заходил. Обалдеть! Что, пукнул? Нет, мак-пирожок. Кнопку какой-то. Крем, черника. Так, а теперь мы заходим, блядь, во вкусные точки, нахуй. Как он был, Олег, он был 100 лет назад. Жопа из... Мне вот этот крем, пиздец, не нравится. Так, ну давайте. Посмотрим, что у меня. Может быть, сколько, я ебать. Сколько пирожок стоит в маке? Евро 30. Блять, я тут тоже, да, не пишешь. Я как раз хотел. Блять, а где 40 я минут где-то. Ну, доставки нужно посмотреть. А, у нас это блять, Макфест проходит сейчас. Ну-ка, а что тут, блять? А ну, сейчас я, блядь, нашел. Ты какой нахуй я... Индонезия, блять? Где? Бигфест, успеть, то что там? Вот. Пирожок вишневый 40 стоит. А этот 49 стоит. Крем черник. Так, стоп. А где купончики? Двойной чизбургер плюс чизбургер всего за 215. Хуя, вот это акция, бля. А где купончики? Я зашел, но нет купончиков больше. Что за хуйня? Кстати, минус доставки в том, о, что... двойной бонус из-за игрушки, блядь. Надо купить игрушку, получить два раза больше баллов, блядь. Охуенно. Игрушки в Макдональдсе, блядь. Минус доставки то, что, типа, нельзя пользоваться купонами. У меня можно, только ко мне не доставляют. Чё, пойдём играть там? Да. Давайте запускайте. У нас по скидке сейчас Макфлури. Вот, блядь, я бы заказал с кайфом Royal Cheeseburger меню плюс дабл чизбургер плюс 4 крыла. Самолета? Подожди, я опять, сколько стоит 20 штук наггетсов в этом? KFC 220 гривен, по-моему. А то 240. 20 штук. 230.
Не, ну разница небольшая. А ну Happy Meal, что в Happy Meal есть? А что там по игрушкам? Это Happy Meal, блядь, в меню. А что там по игрушкам, блядь, Happy Meal? Ну-ка, блядь. Подожди. Нет купона. Как картонная какая-то это ерунда. Сейчас посмотрим. Ну нахуй. А нельзя посмотреть, что ли, блядь? А еще в Glovo, кстати, дороже цены, чем в Good Food. Заказ. Колу можно с дубом добавить. Бля, средняя кола это самый большой наёб. Меню, новинки. Это самый средний наёб. Средняя кола это прям... Вот это знаешь, тема? Ты смотришь что-то 100 или сколько там, 200? Какие там? 200, 300, 50, 500? Я единственный скам в Макдаке помню за все время, блядь. Это у нас недавно проходила, типа, звездная комбо. Там, типа, челики, которые это на МКС работали, типа, свою комбо в Макдаке собрали. Охуенно, Биг Мак, кола и картошка. И это еще по повышенной цене продавалось. Просто охуенная, блядь, акция. И ебейшая. Вот уже сделали Биг Тейсти. Да. Сколько колы? Там 200-350. Ну, короче, маленькая, блядь, средняя и большая. Маленькая бля, стоит заказ... евро, что-то, полтора евро. Средняя стоит 3,40, блядь. Или сколько, 3, а большая 3,40. Ты такой смотришь, блядь, ну между средней и большой, смотри, разница огромная. Но, блядь, ну стоит, типа, чуть-чуть дороже. Надо уже большую брать, получается. А там, на самом деле, блядь, средняя, прям, блядь. Там, на самом деле, на среднюю пиздец наценка идет огромная. Как и на большую, в принципе. Но ты думаешь о том, чтобы это, ебать, выгодное предложение. Питки не заказываю, блядь, вот именно в KFC. Чё, Леон, извини, я тебя замутал нахуй, потому что это пиздец. Что ты говорил? Напитки заказывать, блядь, в ресторанах быстрого питания — это скам полный, блядь. Ну да. Да, такую воду пьёшь, блядь, это просто пиздец. Реально, вот я недавно заказывал в Маке, не приехала, там еще лед подрастаял, плюс разбавленная вода, пиздец, тупо, не знаю. Как будто ты просто леденец кинул в обычную воду. Вот такой вкус. Я когда учился на Коколаде, помню, это была тема. Мы ходили в БК, и пока там не поставили охранника около раздачи, мы, короче, брали напиток и вот так вот постоянно дрочили эту штуку, потому что, типа, там идет кола и вода. И, то есть, типа, воду пропускаешь и колбак набираешь, блядь, дроча вот эту хуйню, блядь. А потом поставили охранника. Да, и теперь, как только вы начинаете снимать штаны, они вас нахуй выгоняют. Ебать, а, это Ванечка, а там 200 еще один чел, блядь. Там сироп разбавлено, 70 на 30. 30 сиропа, 70. Мочи, блядь. Водички. А прикол в том, что пол-литра стоит, блядь, 3 евро, когда двухлитровая банка стоит вон... Ой, двухлитровая бутылка стоит 1,5 евро. Блять, и доставка, мы удалились только почему-то с автовокзала, нахуй. Это пиздец далеко. Молодец, Олежа. Ну а, шо? Прямо. Все нахуй. Блин, теперь такой эксклюзивный, блядь, с щеночком, блядь. О, а как зовут? Ну, надо жопу нюхать. Теперь Бобик. Нет. Боб, не, блядь, подожди, тогда на другого питомца сейчас. Где? Вот, вот так вот. Аля, как зовут? Как зовут? Сейчас. Ну почему не долетело до радужного текста? Где это? Что там? А этот все равно крутит, этому похуй на премию, да? Не собираем. А это Ванечка. Так, ну еще хочу радужный текст. Это радужный текст, там за 4000 можно покупать себе штучки, блядь. Нет! Ну, оно пролетело, но у меня есть такой текст. Все.
Есть чек с Dragon Lord'ом? Да. Точно? А я еще утону. Берсеркера хочу взять. А, блядь, однояйтенный кабачок — это Ваня, блядь. Ёптва моя, что-то, блядь, поменял Ване никнейм, блядь, и получил, что-то Ваня, блядь. Однояйтенный кабачок, блядь. Ты что, долбоёб? Никита Типашка один раз назвал тебя, блядь, так. Ну, дарь, блядь. Никита много хуйни говорил. Ну, блядь, от тебя я не ожидал. Вань, давай без этого, блядь. Вань, давай без хуйни. Да зачем он бегает, идиот? А Ваня с хроной? Бля, может было бы. И выиграй. А что тебе это хроно? Что я войд? Давай договоримся, когда без инкарнации. Это уебок с реинкарнацией уже. А Олега просто бинт, знаешь, на первый, блядь, первый ролл поймать хроносферу, блядь. А у тебя шар, блядь, надо было выметить. Кошка пописала. Покушал бы крест. Так, у того. Капиталист у чела. А этот. Получается, он еще не купит, а справа еще купит. Капелька. Капельки! Капельки! Он уроду купил. Жизнь, что ли? А там вот на получше слева. Блять, а я проебался. Ну что он такой быстрый? Чего они все такие быстрые? Я не понимаю, что происходит. Что с ними? Я что, X3 смотрю скорость? Ну, два конца взяли. И у них стала скорость 600? 40? Ну, думаю, сейчас я пожог дал. А я дерусь еще? Ваня, ну давай, я хочу скилл получить. Чё бегал тайм? Скилл хочешь? Так пузо на него упади, блядь. У тебя насмешка есть, пузо на него упади. Ну, блин, я вас на У меня рука киндером занята. Так, если чё, дам фокус, конечно, будет охуенно. Бля, заебали нахуй, каждый с думом, блядь. Чё за хуйня, блядь? Натуре. Там без фокуса он выглядит. Хотя? Думов, у меня тоже дум. Ну что, ебанаты? 4 дума. Хорошо, реинкарнации только 2. Хроны 2. Атака с моря. Не уйдешь. Да, Ванечка, пилим бабос. Чего не налево стали это? Олег. Они что, дураки? У меня реинкарнация. Пылесос. Пылесос! А ну, в левый верхний... Элитные челики в левый верхний угол. Олег, только ты там смотри, типа, мансы...
Да, мы... а Ашада нет, да? Ашад еще нельзя купить по 10-й. Яры пройдет. Как схуяли. Да. Ну то Яры умеет. Можешь еще главы маны стоят? Нет. Не проходили в школе эту тему? Ну-ка нахуй, твой стан, блядь. Я сейчас, блядь, критану нахуй. Аккуратно, там Леон сейчас кританет. Ой, ебать, мне сейчас больно будет, пиздец. Ну, сильно жирненький, ты его не пробьешь. Идет волна. Я не попал хроносферой, блядь. Он слишком пиздец быстрый, блядь. Ну, хорошо. Не чувствую давления никакого на себя. Да ты пиздец, а хули такой быстрый чел, блядь? 625, 621 он спит, пиздец. Нихуя себе. Бля, пиздит больше всех, нахуй тоже с реинкарнацией, блядь. У тебя должны быть свои секретики. Какая-то, что есть три реинкарнации, если в пуле есть папич. Типа, если кому-то мог выпасть папич. Лежа, подожди, надо, чтобы отрегенилось еще 15 ваны. Блять, ну так долго будем ждать. Олег, 170 ваны. Сука, не ждет Лондон. Нет. Человек выпадает реинкарнация, блять, это, а мне вот выпадает гаст. Охуенно, блять, спасибо. Вот, так ты сможешь кидать сайлент. И этот зум, блять, вы меня все, все бесите нахуй с этими думами. Согласен. Так, давай, включай свою хуйню. Ой, ебать, нахуй от меня пошел, блядь. И что будем с тобой делать? Подойдешь, я себе тычку дам. Нихуя себе! Ну-ка съебался от меня, блять. На нахуй. На охоту. Ощущение, что у меня что-то подлагивает. Хоть бы не мозг. А шо если? А шо пили? Нихуя себе хуета, блять, нахуй отсюда, блять. Леон со своими высокоинтеллектуальными разговорами. Я же уебался, да, что мне на хп выпала штучка улучшалка. И на реген заклинаний ластил, я теперь беру их на всех, блять, героях. Жира. Блять, продлить уже нельзя, да? А тебя что, нет ничего? Есть, есть. Давай еще раз. Но было неплохо. Ебать, он спинку нашел, колючки, нихуя. Да, я тут со своими колючками, блядь, сижу. Думаю, что самое умное. Короче, гоним, блядь. И масочка. И масочка. А как же Тараска, блядь, где Тараска, нахуй? Ленил герой, блядь. Походу он
не по книжке учился. А, он проебал еще. Хорош. Что съел бы макрель? Моя первая большая ставка, блядь. Ой. Блядь, дают хуесоса нахуй с реинкарнацией. Это да, не Леон. Сто братьев. Well, well, well. Еще и пидорас здесь. Осуждаю, блядь. Да я за что? Да иди ты нахуй, блядь, сука. С Дисмембером, блядь, реинкарнацией, хроной, блядь. Хронами похуй, как бы. Я же тебя выпну нахуй за карту, блядь. Иди ко мне, блядь, давай. Нахуй отсюда бы пошел, блядь. Луна зовет. Что? Стыбался, блядь. А. На, блядь. На, нахуй. Если есть большие зубы. Я, блядь, что не победил, блядь, еще в реинкарнации, блядь, ебаная, блядь. Ну да, мы тут толстосумовые. Но, to be fair, блядь, я самый слабый из них. Из всех этих, блядь, челиков. Он, на типа, меня посмотри, нахуй, блядь, типа, у меня вообще одно, блядь. Закапывалка, блядь, раскапывалка. Олег, когда это, дом еще закапывалка, это значит, что надо кого-то раскопать, пойти. Чтобы нас работало. Нихуя он свинка. Ебать, Олег, свою же штуку наступил. А тут что? Ну тот человек просто типа побегает от него, бег-бег, типа накидать все эти хуйни. Бег-бег, кит-кит, писяк, попа, бить. Если вы знали, сколько раз в своей жизни я брал колючки в надежде на тебе спину. Это большое число. Тупо муспит 700 стрелами. Да. Идет волна. У меня чел еще с фистами. Че бишь? Bro just got his fists. Как он думал пробил? Ебать, он тормоз ебаный. А он в сайленсе был, да? Да еще, блядь, драка. Ну, конечно, блядь. Спасибо. Сири, блядь, иди нахуй. Я иду. Да, я гадаю, это ведьмака на плохую концовку прошу. Сири, а не Цири, блядь, долбоёб. Давай на какую, кстати, я, по-моему, на среднюю. Одно хорошее. Вот это выжигание, блядь. Или я тоже у нас хорошее. Не, по-моему, средняя, ты как-то цирь сдаешь. Да. Там насколько зависит от того, сколько ты выборов сделал ключевых с цири. Спасибо. Не сейчас. Я только не ломал, по-моему. Овалакха штуку. Ты что, это охуенно, блядь? Бля, чело забегает до смерти, да? Все на яру поставили, нихуя себе. Я б сожрал и моржа. А, я б сожрал и моржа. Давай, иди нахуй сюда. Конечно, пизда. Обо мне
Прикинь, сколько починки. И ливнул, он сразу ливнул, блядь. Да, да, нахуй себе. Зачем? Зачем он ливнул, блядь? Блядь, он такой сильный скилл, блядь. Слабенький. Ванечка, блядь, дисмембера, нахуй, с пульс новый, блядь. Ваня толстосум. Чё бы Ванечка, как ничего, купил бы шарлик? Не, у меня всё идеально просчитано. У меня уже полмана нет. Тормози. А вот эта хуйня, у нее КД 1,5 секунд. Как думаете, она сдумала вообще нормально? Оракла. А мне до книжки далеко? Сейчас должна быть третья книжка. Не-не-не, нихуя очень должен. Только бабки. Акулу бы вместе с костями. Акулу бы вместе с костями. А, так это не Шейкер вылетел, это Сайленсер. Шейкер на месте. Яры тут? А Яры на Сайленсере. Какая досада. Оракл пиздатый. Давай, Оракл. Как нахлынул. Гарфилд. Ярый. Ярый. Светки его вырубили. Кстати, был вырубать? Ну, уже есть графики. Я видел, там графики скидывали. Какой-то из конференции. Вот сейчас им айсбласт просто не кинуть, и все, они сдохнут. А, Рокл отключился? У меня дефл бы все равно. Ян, ты уже покупал какую-то? О, Ра... книжечку. Спасибо, что оклыбнул. И Шейкер тоже голосит, в скором времени живет. Читер. Ты уже пока... Время... Покакал? Мне свет вырубили. Уже вырубили. Согласен. Я вот эти хуйни на предложение видел в Дискорде. Рамку для аватарки за 7 баксов, блядь. Какое? То любую, блядь. Отличное предложение. Как будто бы нитро нахуй недостаточно. Там какие-то есть бесплатные? Какие-то бомжатки бесплатные, а какие-то красивые, блядь, неплатные. Рамки, потом профиль, блядь. Типа мини-профиль, пиздец. И все это за бабки, ёбнутые. Почему не станет ни спиной? Он же не добьет ее, думаю. Спасибо. Эра, ты подключишься? Ты дерешься? Да, я думаю, не успею. Я приду тебе в раунд. Дерешься? One, number one. О! 15 секунд. Ты должен быть благодарен, что я тебе раунд прилетел. Можешь немножко даже поддаться. Можешь обосраться. Я понимаю, это нет. Но... А я зайти не успею. Я уже слышу там клики вот эти ебаные тиши, блядь, потные. Хороший путь. Тишина воцарится навечно. Да. Все-таки шарик неплохая идея, да, Вань? Я тебя выебал? Какой нахуй шарлик? Ну вот куплю я шарлик, дальше шо, блядь? Я тебя выебал? Ну, вот так инкарнация будет, да. Ну ты долбоёб, ну я резаюсь, и дальше шо, блядь? Дальше у меня нет ни одного скилла, шо я сделаю? А он фуловый. У меня сейчас тоже жопа говорит, типа, это кринж пи... Бля, у меня чел дуб крипанал. Это кринж пиздец, типа. Звучало обидно только что. Я должен въебать, это, типа, мои проблемы, блядь. Какой.
А чё у меня яйцев нет? Есть у тебя яйцы? Да. А я не представляю, что у меня нет яйцев. Это шейкер. Может, это шейкер. Сука. А может, боты еще ставки будут ставить? Такой ебать хочу, блин. А вот если бы шарни купил. Блять, просто лучший. Блять, с такими скалами, конечно. ДБшечку. О, смотри, а чел дошел из спины колючки. Нихуя. Первый раз такое вижу. А вот то, что на думе. Так он еще почти перестал бэкнуть. Да, как будто дума недостаточно было. С его талантами, блядь. Не знаю, какие у него таланты, но знаешь, какие у его мамы таланты. А тут что как, блядь, тут нахуй. Или физушник, или маг, блядь. Хороший путь. Яр выиграет. Не, я дебил, я очень сильно проебался. Я жаль, что у тебя нет реинкарнации. Так у него же она тоже есть. Ну, у него тоже реинкарнация есть. Ну чё, у него дум. И дум 10 секунд идет. А чё у Олега Ленка? А. Ну да, это может стать проблемой. Властелин непреклонен. Ебать, Олег, ты ж вроде с шарником. А как так? Блин, жизнь, она такая загадка, блин. Луна зовет. Я не готов. Сука. Мне деньги нужны, она проебывает. Иваня, ты знаешь, что этот Яша дает лайфстил тоже? Да. Ну а? Ну все, тут все вообще на любых вопросов. Тебе надо презентацию ебануть по хилу в этой игре. В смысле, она спел лайфстил амплификейшн дает, а не лайфстил. Не, ну и да, это понятно. Вот, да, блядь, само собой разумеется, давай. Более удачи, ну, кстати. Я ж не к этому шел. Вперед. И у меня просто магус падает на open woods. Нихуя ты. Да, ты жесткий. Слышал? Да не ты, блядь, хуйсос. И почему он бегает, нахуй? Это с обычным сапогом, у него 650 на стуле. Чувствую донатера. Ой, блять, ну только не вот этот. Значит, отпижу. Ну да, блядь. Если не отпижу, то схему еще раз отпижу. Еще раз попытаюсь. Что-то мне ничего не нравится. Блин, я думал, что мне будет падать Лил Шреддер, типа Магус, а он не падает на Лил Шреддер. Мне как раз колючки не нравятся. О, криты, ебать. Нихуя себе это придумал. А, прикинь, шардом что будет. Сейчас Олег, блядь, обрубал. Вот так и будем стоять. Если есть такие зубы. Идет волна.
Есть у меня один маленький кредит, один маленький гнилой кредит, одинчик мой. Я на дом оставил. На какого? Можно мне Doom тоже? Я бы, ебать, не отказался. Что за хуйня, мне не скиллы, блядь? Сука, какая параша, блядь? Нормальные скиллы, ставишь купол и бьёшь. Что надо покончиться, блядь, а у меня нет никакого подсейва, блядь. Надо предметы покупать, потому что они книжки. Ебать. Я не покупаю книжки, блядь, а предметы всё время покупал. Ну всё, тогда. Этот Battle Fury ебаный. Хуя он чё. Поставь меня купол, блядь, и разъеби меня просто за... А не Battle Fury, блядь, покупай. Шкрипов и так дефишь без БФ. Почему шторм такой жёсткий? Вперед. Я не Почему? Буду ставить купол, договорились? Я поддамся. Угу. Почему у него такая скорость атаки, блядь? Блядь. А я поставлю! У меня талант, у меня мастер скорость атаки, у меня есть Яша, и он все равно бьет, блядь, как я. У меня братка, что ты делаешь, что бьешь меня братку? Подожди, ну я не говорил, что поставлю на тебя, но на себя-то я могу поставить. Про меня уговора не было. Ой, я снова живой. Я блядь, снова это же просто пиздец полный, на самом деле, блядь. Мне бы нахуй какой-нибудь, блядь, сейвик, блядь. Но если бы у тебя не было Battle Fury, а были бы криты плюс что-нибудь еще. Твоя мама, допустим, еще была. Твоя мама сосала хуй. Знала это? Она тебе не говорила? Твоя мама, кстати, тоже. Спроси у нее. Так, а ты, блядь, сейчас охуеешь у кого? Позвольте представиться, нахуй. Твоя мама, это у тебя же хуй сосала? Ванилья! Это инцест, блядь. СС, то да. Я за три раунда после тридцатки, блядь, получил минус два егиса, поебало получил. Охуенная игра, блядь. Спасибо большое, я, блядь, ее нахуй... Олега так же ты бы... Тебе надо просто сказать. Блядь, Олег, сколько здесь столько денег? Смотри, я мужчин даже не пробил, чтобы ты понимал. Олег, хороший вопрос. 20 тысяч. Кастрюлишь там, блядь, втихую? Да. Пока друзья не видят. А сколько у тебя бетс? 17. Нихуя себе. Ой, да ладно. У меня только 8, блядь. У меня 5. Гену огненную все видел? Если Дум не долбоёб, он не прибьёт. Но это есть случай, если он не долбоёб. Если Дум не молдаёт, я его мамочку ёб. Ой, ебать, у него трэмпл. Ну это трэмпл нахуй не нужен. Ты вилкоин быстро, ебать. Так а чё, сейчас у вас хелит трэмпл ебаны? Урон от атаки. Он не долбоёб, спасибо. О, на четверочку. Еще драка, да ебать, блядь! Как же я это обожаю, блядь! Как же я это нахуй обожаю, блядь! Это должен, это должен. Иди ты нахуй, блядь! Гордон, я тебе пятюню подарил! Хуетюню, блядь! Я тебе 5 очков подарил, блядь, а ему нахуй не нравится стрим. А на Сентрю поставился еще. Ну и все, ебать. Вопросе, блядь, проблеме. Вопросе, проблеме. Все еще люблю, я тебя люблю. Ебать, пизда-то. А, так они, блядь, бомжи, нахуй, ебаны. Блядь, по матери себе прыгай, нахуй. Ну я?
Можешь, если хочешь. Могу под... 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 Американо, тут так, бук надо, бук оф парагон, потому что что-то, блядь, не хватает скиллов. Ебать, я сейчас варди куплю, блядь, возьму, блядь, и буду нахуй собираться в голову. Блядь, а может взять дисперсию? И просто я ебать вас в рот? Дисперсия это чтоб меня ебать в рот. У меня есть блэкхол, есть дисперсия. Что ты возьмешь из этого? О, кстати, наконец-то, блядь. Black Hole? Урод ебаный. Бля, мисклик. А куда он пойдет, блядь? В какую сторону я вахую? А чё, Excellence? А, точно. Опа, и пошел. Бля, всё надо было добрать эту хуйню. А как чё... же ты много бьешь, блядь? Какая же у тебя скорость атаки? А у тебя у ебаного ублюдского хуйня это, да, стоит? Какая? Айрон... Железная залупа? Да, есть такое. Блюдище, бля, я хочу, чтобы эту хуйню удалить из игры. Но это нечестная хуйня. Я ему дал дизмембер, он длился, блядь, полсекунды. Охуенная штука просто. Просто ебать топ. Ладно, если бы она срабатывала на один дебаф, можно было бурной снимать. Но эта хуйня срабатывает. Блядь. На этот. Одну секунду эта хуйня длится. Дебаф. Блядь, да иди ты думам своим, блядь. 5 секунд КД. Это реально, типа, реально очень честно. А если его прокачать, то там вообще там 86 статус резинства. Это полно. То есть у тебя просто считай второе БКБ пассивное. Даже лучше. БКБ второе, а мама первая, блядь, пропадает. Такой себе обмен. На охоту. Он здесь, знали, да? Ты шо? Или что он сказал, ты шо? Давай, кто кого? Шорм вылетай, блядь, я на топ-5 хотя бы, блядь, останусь. А кто кого? Блядь, а кто кого? Тут пассивки отключает. Ты не сможешь, блядь, пассивно сходить нахуй. Например. Если это тебя тревожит. Покупать Тарацку, когда 4 дума в лобби. Ну просто поебать на меня. Такая себе идея, да? Мне ничего не дал. Ну это, ну, вот это реально безмамный чел, блядь. Найти колючки и спину. Я такой первый раз вижу. Бля, как вообще без приколов реально вынести дум? Идет волна. Не вынести. Это тупо невыносимо. Как нахлыну. Властелин не преклонен на охоту. Меня назад. Ты... Блюдок ебаный, маму твою, блядь, по попке шлепал. Где ты такой поцелуй, быстрый, блядь? Тонечку поцеловал. За сисечку Анечку, блядь. Сука, бегает и бегает, блядь. Не додумал нахуй менять. Согласен.
Я для тебя авторитетное мнение? Меня иду нахуй. Такое ощущение, что этот купол меня никуда не приведет, если честно. Что это гниди сделать ебаной? Блять, мы так похуй на все, блять. А магус ни разу не на 2 скилла работает? У меня просто... У меня только open wounds падает, у меня стан вообще не падает с магуса. Может, он отключен в этой? На штурмхаймер. Ну, не написано. Олег такого вынесет, блять. Ну, Олег, такая крыска, побегать нахуй. Не-не, Олег проебал. Не-не-не, Олег проебал. Да его невозможно, блядь, вынести. Теперь реально, чем его вынести? Эти мем, у меня нет Юрина. Бать, мем. А у чела нет нулика. Вот это мем. Деньгу мне сюда, да. Деньгу, я говорю, сюда. Сори, Яра, я прочитал, что то 5 зацепиться, блять. Меня бесит, что я не вижу, сколько у меня егисов. Есть ли у меня курсы? У тебя 0 егисов. У тебя 0 эгисов, курс тоже 0. Линк удобно. Да что ты пиздец? Я тебя не люблю, Оля. Все, блядь. Бля, почему кто-то так лагает? Или это только у меня? У тебя, походу. Очень честно. Не, упал стан только что, блин. А может как-то open woods нахуй убрать, вот если я не хочу им пользоваться. Но при этом мне нужен физ. Отлично. Хочешь меня ударить? Как нахлыну. Блять, я ставлю на одного проявлять второго, я ставлю второго проявлять первого. Да, уже за, блять. Когда ты успел отхилиться? Не помню. Между... А, когда я один раз тебя трахнул, и вот пока ты резался, по-моему, в этот... окошко. Ты не скроешься. Я не знаю, стоит ли мне вообще, блять. Ебанка. Надо ли мне... А, я знаю, что мне надо, блять. Вот эта тема мне надо. Я вообще думаю поменять нахуй этот... Эту путь снова. О, видишь, летит штурмхэд. У него реинкарнация, это гений. Пиздец. Мне нравится, как дом каждый раунд нажимает рейди. Клипы-то хуярят.
Есть такое? Вот и я тоже. Так, а если сейчас случайно так, совсем случайно вылезет босс, вот этот. Совсем случайно что? Босс вылезет. Я не важно, я уже нашел босса. Вон он. У меня пиздец какой input lag, блять. Просто ёбнусь, я после этого перезапущу ком, видимо. Наверное. Да-да, ебало закрыл. Оп! Бомжары ебаные. Как нахлыну. Как же ему похуй, блядь! Не знаю, не согласен. О, блядь! Не согласен. Ебать, ты был хорош, хорош. Сейчас я сам у тонкого был. Я проебался немного. Не то чтобы я сейчас уебываю, что типа у меня бы еще лучше получилось его трахнуть. Ну вообще-то да. Я все. Блять, слишком больно. Это шантики? Да. Мне прям пиздец больно мне бить. Плюс 8. А ну, ты... ну хоть не минус, блять. Ты выгонял что-то? Я моношилд упал на дискарде, блять. Я не хочу с ним драться. Так моношилд-то идеально, блять. Это говнище. Я что-то подумал почему-то, что маска Саши Яши лучше, чем Сатаник, блять. Не-е-е. А чё? Типа она статов дает больше, чем сатаник, блядь. Ох, на тебя статы. Она от хила не дает столько. Ну да, поэтому вот я с этим проебался. Сатаник ты еще нажимаешь, он дает от хил со всего увеличен. Я вот из-за этого проебался. Был у меня сатаник, я бы, наверное, еще пожил бы. Так ты можешь купить и сатаник, и это еще нет. А, ну кстати, да. А я продал сатаника, купил Саша Яшу. Бля, а. Как же ему похуил, блядь. Явольская победа. Блядь, Ванька, подожди, Ванюшка. Вот кнопочки-то нажимай правильно, а не как всегда. Как всегда, так все могут, а ты нажимай как надо. Друзьяшки. Друзьяшки? Это Твинс! Твин Пикс! Мур-мур-мур-мур. Я лампово сосал. Бля, почему у меня такой лак импут сильный? А на ком мы сервере играем? Не знаю, сегодня быстро реагировал США. Не знаю, как быстро мы искали. У нас с вами проблемы будут, да, я так понимаю. Олег без инкарнации. Опа! Драгочка у меня с Олежиком. Аларм, блядь. Да успеет так дождаться. Продлить, да, хорошо, продлить. Если только не КД 80 секунд, да. Хотя, блядь, походу успеет. Ты поменял дум, нихуя себе, Яры. А мне с него никакого проку нет. Надо быть с большими этими самыми, чтобы я был поменять. Хотя если я дал бы дум в дум, он бы не хилился. Ага. Блять, ну я только сейчас это понял. Бля, Олег, а можно с тобой поговорить? На меня напали. Куда ты все время уходишь? Белая волна.
В эту игру можешь играть вдвоем. На самом деле, блять, на последней миллисекунде нахуй мышкой эту реинкарнацию ебанул. Против этого парня нужны другие, блять, идеи. Иванчик, блять. А, нихуя ты придумал штучку, блядь? Белая волна несёт мозг. Кому нужен большой мозг, если есть такие зубы? Если бы у меня два сейва было, ебать, что бы ты сделал? Про зубы вопрос слышали? Вот. А сейчас я что буду делать? Оп, больно, бо-бо-бо-бо-бо-бо, блядь. Бо-бо, пизда. Я иду. Я вот как у Лего вот эту штучку. Еще из него кровка льется. Чтобы еще больше сера пролагал. Кстати, сейчас что-то сера не лагал, хотя у Лего была штука типа. Да не, у меня именно дилей. Я нажимаю походить, и у меня герой ходит без преувеличения через полсекунды где-то. Угу. Задрять, я могу демку включить. Смотри, оп, походил. Угу. Нихуя, оп, походил. Видишь, как? Долго идет. И кнопки также нажимаются. О, а тебе похуй на нолик? Обо мне еще услышат. Властелин непреклонен. Сука, у меня слэш нашел. Блять, просто сука. Ебать, какие люди. Ты его выиграл в прошлый раз? Да, да, он тогда выиграл. На тонкого там было. Интерес, значит, точно его выебет. Но тогда еще не было ничего. На охоту. Хороший путь. На меня напали. Плюс 8. У меня дум-дум. Сколько? Плюс 8. Минус 8, мне плюс 8. Не, у меня тоже плюс 8. Да. А, вот плюс 8, нормально. Ну какая. У Кубани скиллов не осталось, перед вашим проблемой. У меня еще тут один скилл есть. Самое важное. А теперь пошел нахуй. Смотри, у меня вообще не ходит герой. Ну, это чисто вот повезло, что вот типа ты попольше, чем он, потолще. Давай, еби его, а я буду ебать тебя. В смысле повезло, я, блядь. Сука, я сижу, играю, блядь, а мне человек говорит, ну повезло тебе. Не, ну ты просто поплотнее, чем он, тебя же просто... Ну на это и был расчет, что я поплотнее. Я ему отключаю пассивку раз, он врубает БКБ, я пережидаю, отлетаю, нажимаю зерил, нажимаю... Я нажимаю заклинание, блять, ему. Пока его залил, он меня не бьет ключками. Потом отключаем опять пассивку. Если не отключаю пассивку, рубаю блудстон, нажимаю три обратки. А чел, блять, ну, ебать, повезло. Ой, помнишь того мастера на снэпке, который, типа, выпендрился очень? Да. Он в топе сейчас, 29 место. Да ну. Помнишь тайфун, который был на блудсикере, потом на вишерке? Изи какой-то был, который на ней креблять, потом на вишаке, блядь. Да, да. С крыльями еще был. Ой, поц, ебаный. Короче, на чем-то он отлетел, тайфун этот. 44-е место. Дум, на чем отлетел. Хорош. А я на чем отлетел? На обезьянку.
Ну то пиздец, что такая задержка ебанутая? Вот если бы задержки не было, я бы думал вообще без проблем не было бы. Да, смотри, я нажал, оп, смотри, герой, как идет. Блять, у меня смотри, оп. Оп. Обратку нажимаю, оп. Через полсекунды, сука, нажимается. А хоть и реинкарнация, чего? Подожди. Тебе реально колос дает больше восстановления хп? Ты там блудстол нажимаешь. Кто? Вот. Колос тебе дает намного больше этот, когда ты там блудстол нажимаешь. ХП увеличивают. Подожди, Леша, что за колос? Ну, мастер твой, блядь. Я не слышу голоса, Олег. Блять. Ебать. Ой-ой-ой. Много эта хуйня у тебя прокатит еще будет. Можем типа как-то подраться с тобой? А нихуя, ярый бил Ваню. Пиздец. Ой, ебать. Он сейчас сюда сейчас с этим челиком. Он будет делать бобо. Он делает очень бобо. Да, он за 2000 буквально ярого снос, бля. Ярый, ярый! Фу, блядь. Фу, блядь. А дом мне этот. Мне осилил его. Ты убил его, да? Белая волна. Хорош. Меня назад. Ваня тоже. Хорош. Ярый, хорош. Боже, и столько игр не получал плюс. Это просто пиздец, столько игр. Такой лакирок, нахуй. И дальше, крипа убить, дальше. Ого, времени нету, блядь, давай сейчас. Дальше пошли играть, он проебет на этой волне, блядь. Сколько же игр, я не могу взять даже топ-3, нахуй, топ-4, нахуй. Перезайти в доту или нет? Сейчас попробую в этом, секундочку. Одну секундочку дайте мне, я в демке попробую. Скажи, одно мгновение. Одно мгновение. Не, в демке идеально. Сервер был говнячий какой-то. Вот дальше. Го-го-го. Ань, дайте разгалайся, у тебя второй сейв будет. Так это не сейв, это с магусом ты нашел у меня слэш, это ты иди нахуй. А не сейв, понял? Не, я вообще. Вань, ты сегодня будешь? Я нашел ульту тролля еще. Да. В БГ. Да ну ульту тролля похуй, если честно. На все похуй, кроме мне слышу. У меня слышу, тебе урон не возвращается, я тебе не могу в блэкхол ловить. А ты мне даешь сайленс по КД. Сайленс. В БГ буду, Леон. Да, я буду в полтурсей, блять, играть. Если ты меня не забежишь. Или если я не. Или если я не захочу спать. А, ну, блядь, да, конечно. Потому что сегодня меня, сука, все... О, вообще, все ливнули. Сегодня что? Сегодня меня, нахуй, в 6 утра будили, потому что, блядь, не могли дозвониться одному дурачку, нахуй, которому надо идти в школу, блядь. Герман? А он не вставал. Герман. Да. Вы же вышли? Да-да-да. Да. Мне выходить как бы в 8, а я в 6 утра, блядь, уже, нахуй, лежу. Или жо. У нас была пиздатая тема, то, что у нас разница вот в семье между, вот, типа, Саша старшая сестра, разница с ней там 2 года, она была в 11 классе, я в 10, Эльза в 9, а Коннор в 8. То есть кто-то из нас дежурил, и они, типа, вставали раньше, чтобы пойти, в итоге нас будили, поэтому, да, по мне, качаниях они опаздывали. Че, опять началось это? Ну да, удобно, когда друг друга можно разбудить. Или выйти. Ну, типа, у нас была неделя перерыва, только там, типа, там 2 недели, но в любом случае там нас уже родители тогда будили. Если что. Ливайте, ок, пишет чел. И ливает. А есть какое-то сравнение в интернете, как выглядит Double Roll Cheeseburger, как выглядит Big Tasty, чтобы я понимал по размерам? Ну, фотка в интернете будет по-другому выглядеть, чем в оригинале, блядь. В любом случае, фотки, которые делал для этого. Нет, отличаются. Типа по размерам именно мне интересно. Roll Cheeseburger. Чем я больше наемся?
игру прими. Скид США, блять, не нахуй, я либо сразу. Или какие-то калории посмотреть. Тревнул? Да. Мне эту игру пиздец не понравилась игра. А тут еще и скид США. Почему? Эй, кнопка нажмись, блядь. Прикол в том, что ты к США ближе, типа. Охуенно. Это как в детстве. Что? В детстве у нас во дворе говорили, что типа на последнем этаже жить хуёвее, потому что ты ближе к солнцу и там жарче. Там же холоднее жить. В смысле, ну ты ближе к солнцу. Получается, более жарко. Короче, сегодня типуха приходила одна. Такие, знаете, постоянные посетители, которые, блядь, каждый день видишь. Угу. Каждый раз. И, короче, она какая-то всегда, типа, довольная, веселая. На угу. вид лет 35. Угу. Может, чуть больше. И, короче, достает такая... Улыбается, смотрит, достает денежку, блядь. Достает кошелек. Опять смотрит, блядь, улыбается. А потом такая уже... Типа, уже надо уходить, и она такая... А что вы делаете на выходные? Тебе? Тебе? Да, я такой, типа, у меня... Играем в доту! Подожди, сколько ей лет? Лет 35-37, блядь. Ты поц, ты ж сам на 30 выглядишь. Ваня на 40 выглядит. Я такой, у меня работа, пиздец. Она такая, а в воскресенье? Наверняка же нет работы. А короче, что? Мне в воскресенье, мужики, оказывается, пиздец, нужно проект огромный делать. Не верю. Ты что, ебаный? Как выяснилось. Сука, какой же ты долбоёб. И так же отказываешься. Нет, ну типа, если взрослый, то нахуя его, блядь. Ты что, ёбнул-то? Я 30. Он вторую мать на мою привезёт. Мне под 40 лет. Понял, он привозит. Так, а ты нахуй выглядишь... Оказывается. А ты нахуй выглядишь, блядь, на 20, блядь. Как будто, блядь. Вань, а ну... неопытная. Таким мадамам нужен только не ты, а твой причиндал. У меня вообще в жизни прикол. Ну, типа, я понимаю, что не совсем правильно, но у меня такие закидоны. Я не общаюсь с людьми, ну, в основном, есть исключения, конечно, но в основном, типа, которые младше меня более чем на 2 года и старше меня более чем на 2 года. Лён, ты общаешься? Лён, выйди, пожалуйста. В этом же другие исключения бывают, но в основном так. Мне тоже выйти? Типа... Ты меня старше на 2 года, долбанёк. 18. Пойдём. Ну тебе же как малому лето, малому 18. Малому уже 21. Нихуя! Не растут быстро. Малый уже не малый, блядь. Выходите нахуй с лобби. А чё там? А, блядь. А там кто-то не сдержался, пошёл писать. Понял. Ну просто зачастую в основном всегда люди, которые старше 23, мне кажется почему-то душными. А люди, которые младше 19 лет, они мне кажутся тупыми. Ничего, подожди пару месяцев, я тебя так нахуй. Я тебя так душить буду, блядь. Так подожди, там у тебя будет, Ваня, месяц душки. Да, месяц сможешь быть душнилой. А? У тебя 2 марта день рождения, у меня 2 апреля. А. Не, ну ты говоришь после 23, это же константа 23. Нет, ну это сейчас, на данный момент. А, потом... Пока мне 21. Пацаны, подождите, вот 3 месяца, блядь, там охуенно будет. Тебе, кстати, слоновой кости тросточку лучше или без воебонов? Мне до 30 еще пока нет, отъебись тросточка, блядь, ты один это прикалываешься, блядь. Может, просто надо было той типухе дать твой номер? Мне Дашка еще, блядь, тоже, типа, тебе на день рождения какую трость подарить? Этот ебись, мне даже тридцатника нет, блядь. Ну. Мне, честно, я очень боюсь стареть. Вот честно, для меня уже 26, это прям пиздец. Извините, Леша. Но я очень боюсь стареть. Потому что ответственность дохуя. А мне кажется, типа, похую, блядь. Ну, типа, блядь, в любом случае, что ты сделаешь, блядь, чтобы день рождения не наступало, блядь. Ну, это понятно. Только умереть, блядь. Но
Ответственности просто намного больше с каждым годом. Ну пиздато, если бы были какими-то эльфами, нахуй, и жили бы, блядь, бесконечно. Как Шадоухард, блядь. Полуэльф, блядь. Она умрет. Полуэльфы не бессмертные. Если бы были эльфами, блядь, нет разницы между 20 лет и 30. Ты что, в 20 охотишься, что в 30, блядь, охотишься? Да, и что в 10 тысяч, блядь. В том-то прикол. Можно было бы сидеть в доту играть сейчас и не переживать, что ебать, на что я жизнь свою трачу. Блядь, эльфами, блядь. Вы бы не играли в доту. Я бы играл в доту. Я бы играл в доту, даже если бы я был, блядь, одноклеточным котенком, щитхедом вот этим, блядь. Ну, с апогеей развития крестики-нолики были бы, блядь, из игр. Ебать, я бы лучше играл в крестики-нолики на бесконечное, блядь, количество времени, чем 100 лет, но 100 лет, но в доту. И вот эти челики, которые... Блин, ну бесконечно жить, это ж тебе надоест, это нужно быть. Да пошел ты нахуй, блядь, что мне надоест? Я бы не выбрал себе бесконечную жизнь, если бы я выбрал типа жизнь ограниченную, при этом, блядь, насыщенную, пиздец. Не, ну ты можешь выбрать бесконечную, типа ты не стареешь, но при этом тебя можно убить. Если тебе надоест, то ты заходишь в GTA RP и убиваешь себя. А бесконечное, типа, чтобы тебя даже нельзя убить? Он сказал, заходить в GTA RP, потому что если сказать суицид, то Ваня заболел, что это осуждается. Я бы выбрал бесконечную жизнь, но это, конечно, очень такая сложная хуйня, типа, прикинь, там, твоя женщина. Блядь, что сложно? А, ну, блядь, ну найди себе тоже женщину. Мне просто кажется, бесконечная жизнь пиздец скучная, типа, блядь. Да что скучная? Ну смотри, война сейчас началась, ты пошел, блядь. Ты попробуешь все типа в жизни, и какой кайф тебя в жизни дальше. Пластилинцев. Ну ты сейчас, блядь, как нахуй в Фуневерик рассуждаешь. А там... попробовать все в жизни, мне кажется, блядь, сколько лет надо, 1000, блядь. Ты даже не попробуй все, оно же постоянно что-то новое будет. Во-первых, развивается это, ты можешь... Вот через, блядь, 20 лет тебе уже не нужно будет женщину искать, у тебя будет, блядь, нахуй... Женщина-робот, блядь. О, вот это, кстати, неплохо. Ты видел, какие они сейчас делают, блядь, эти? А прикинь, еще через... Ты по-другому к отношению подносишься. Какая нахуй женщина-робот? Чел, ты можешь меня что угодно, блядь, мне сейчас рассказывать? Что угодно ты мне можешь рассказывать, но я готов забиться на 500 тысяч долларов, блядь, что через 30 лет ты будешь ебать железную бабу. Так уже в Китае есть такие темы, в Японии, уже? В Японии, такой... по-моему, точно есть, я знаю, что типа это... Что женщина должна просто, чтобы ее ебать, все? Да. Вообще нет, на самом деле. Да, брат. Отношения — это вообще, ну, типа, первостепенная вещь в жизни. Да, брат. Мне понятно, что секс, типа, приятный, как бы, блядь, бонус, потому что в отношениях. Но в любом случае, если ты будешь... А чем отличается... Что, давай. Друг и жена, если убрать секс. Да дохуя чем. Дохуя чем, на самом деле. Ну, блядь. Комфортом, верностью. Ну, типа, ну много чем. Верность — это что? Приятнее просыпаться, когда ты, блядь, в обнимку с девушкой, блядь, а не с киси, блядь. Ваня, блядь, в обнимку. Ну, я имею в виду вот это, если убрать. Приятнее намного. Не, ну... Скажи, мне дохуя приятно Макса обнимать, блядь. Пиздец. Не, ну объективно так приятно, Макса, ты... Нет, типа объективно приятно ждать, когда ты типа понимаешь, что ты сейчас придешь домой, и тебя там 100% поддержит человек, которого ты любишь. Ну да, не зайдешь в Дискорд, ты уебану, значит, пошел нахуй. Блядь, спиздил пародию, блядь, на мой профиль. А, видел это все. Только хуево, блядь, реализовал. Что это за летающие долбоебы, блядь? Не, понятно, что типа в каком-то времени в любом случае придут к тому, что, блядь, появится, что, типа, роботы, блядь, которые будут пародировать, типа, женщин. Но, блядь, опять же, мне кажется, что реального человека очень сильно заменить. Сложно заменить. Но я имею в виду, это через... Так будет искусственный интеллект, блядь. Они будут как живые. Ну, я не поверю просто. Если мне робот скажет, что все будет хорошо, и меня поддержит, я просто, типа, мне похуй будет. Ты не представляешь, сколько людей пользуются вот этими, блядь, приложениями? Если откинуть именно вот этот фактор... Что, типа, ну вот, допустим, мы сейчас понимаем, что у нас, типа, есть реальные женщины, есть, типа, робот. А эти, типа, челикам, которые там через лет 100 или 200, естественно, они будут, блядь, типа, уже искусственно изменится настолько, что это очень сложно будет различить. Даже не различить, я имею в виду, что просто это самое.
Ну, понял. Робот мне обязан будет как-то что-то сказать, и я буду это понимать на подсознательном уровне. Блять, у меня пиздец лагает. И от этого другие эмоции. И о том, что через, блять, мы же про бесконечную жизнь заговорили изначально, и через какое-то время, я уверен, появится миллиард способов, типа, блять, переносить как-то сознание, блять, и так далее. Уже же, типа, есть типуха, которая, типа, на грани смерти положился в криосон, чтобы, типа, через, там, лет 100, когда начали изменить, типа, излечить рак, наконец-то, адекватно, типа, на поздней стадии. Ой, ебать, типа, а чё никто, блять, а почему все так не делают? Это жимба. Стоит, блядь, миллиарды. Мне кажется, криосон, блядь, так это типа... Так ты помнишь? Себе... Блядь, все... Ебать, у меня идея! Все... Я все деньги до конца жизни буду, блядь, вкладывать в эту хуйню. И вот уже на грани смерти я нахуй заворозюсь, потом разморозусь и буду жить вечно, блядь. Да я так сделал, типа сказал, ну, разбудите меня, когда не будет войн в Европе, а в Америке. А потом такой, типа, ты знаешь... Так, с чехля такие смотрят, да нахуй нам это доходяк нужен вообще, блядь, выкинуть обкость. А вдруг я в идиократии проснусь, потошкаю? Чего у меня такое? Демократия такая же иллюзорность, блядь, как и, не знаю, блядь, не, равноправие. Идиократия. В идиократии. А? Будешь там королем. Блядь, браузер закрылся, ну, лагает, пизду, туда погнали, под музычку хотя бы. Блять, а что за лобби такое? Бристлбэк, Дум, Пуч, Лешка, блять. А шо Пуч? Ну вот, и среди, среди всех этих героев ты именно вот Пуджа, блять, надо себе нахуй выделить. Ну Пуч тоже неприятно. Самый бомжара, блять. Ну что Пуч делает Лешраку, блять, Столбэку? Ладно, Лешрака можно выебать, если просто пережирить его. Если у тебя будет миллиард хп, я широко можешь выиграть. Я дьявольский хорош. Ну я беру берсеркера, блядь, что еще брать? В этом лобби надо, блядь. Биби. Мадафака. Мафака. Биби, мафака. После того, сучка, когда мы разбили машину, блядь, я на платную парковку ставлю, блядь. Камерами, блять. Бля, на решерке чуть дурачок, бля. Проебал, блять? Нет. Он половину диаболиков не били, блять. Он проебал. Проебал, блять. Ну бей его, блять. Что, куда ты убегаешь? Бей его, долбоёб. У него, блять, 10 урона с руки. Биг Мак всего лишь 121 гривна стоит. Тогда был чизбургер 100 гривен стоит. 103. Ой, я пью. Прикиньте, просто сейчас зайти, блядь. Террористов, хамасников там расстреливают, блядь. А ты просто приходишь, ебать. Три очки надеваешь и идешь, смотришь. Потому что тебе похуй, ты бессмертный. И просто кажется, что в какой-то момент, блядь, появится как это, блядь, фильм был. Первый, как первому игроку приготовиться, блядь. Нихуя у тебя скелетики яры, блядь. Не смотрел, фильм. Целый скелетик. Охуя ли у тебя? Ебать скелетики, блядь. А что ты по скелетам, блядь, дядя? Ты вообще нормально у тебя? Чё скелетик 102 урона, ебать? Ебать, нихуя больно мне, блядь. Ой, он ваш искусственный интеллект, нахуй подрос. Блять, путь снова дает, но мне кажется, что-то, что я не смогу конкурировать. Хотя. Блять, это моношил такой, да? Моношит, да, блять, такой. Блять, это. Мне заебали эти сеты ебучие, конченые, блять. Да не прав, что мы нащил, ты въебал себе. Ну, нарисована змейка. Блять, как можно на щит, блять, поставить змейку, когда есть скилл змейка, лидера, блять. Пиздец, я из этого проебался, нахрен, не помню, что ты, блять.
А, нихуя, ну Олег может выиграть. Да, Олег выиграет. Осталось только подождать, когда шедурял. Ну, вот так с руки, блядь, пиздит. Или нет? Как проебал? Ебать, а как ты ебал? Пу-пу-пу! Дизейбла, что там было? Дизейбла. Станчик, хуянчик, писька, хуиська. Сосиська, блядь. Я лучше выиграю, чем выиграю. Мамбар, здесь мамбар, блядь, это хуйня. Ты вообще не про... Ты выбираешь вообще интересно, блядь? Манки бы мне немного, придется купить себе стаху в Визарде. А, кстати, стаху... Это тот самый дом, кстати, из прошлой катки. Да? Да. Который отсосал хуй. Да, есть такой. Он реально сосал. Ебать! А, блядь, точно, это тот самый дом. Спорим, попаду все равно. Сюда! Не попал. Попал. А что, как его убить, если он бегает с высокой скоростью? Блядь, нахуй закопался. Блять, ну я не могу с этой задержкой кидать хуки, это пиздец. Поебли еще. Нахуй я хук взял. У меня задержка огромная, блять, у меня, блять, еще секунды нет. Скрячки есть там? Ой, все, у меня жопа горит, я не могу. Ты деньги проебал, блять, в никуда просто. У вас нет, да, задержки никакой? Нет. Запишу комп. Следуй. Ты лучше роутер. Роутер? Это всегда комп. Делах. У него братка есть. А, блядь, и без гонима нахуй. Хуй сос, блядь. Подожди, миллиарды поднимешь. Ну как я его подниму, блядь? Я его даже нахуй не пробью, блядь. Так и он тебя не пробьет. Хотя он может тебя обзинкнуть пилой. Он обзинкнет пилой на 275 хп. Нормально ты. Просто миллион нахуй. 1005. Ой, спинку дали! И спинку дали. Миллионы спинка, знаете, тут спин такой. Бля, ну хуйня с моно-щитом, он пробьет ее. Там супер, блять, я хуй знает. Он просто метул собрал нахуй. Только у него урон с пальца. 900. Мне кажется, пробьет, очевидно, конечно, поставлю на него. Вообще может. Хотя у него змейка, смотри, у него змейка и змейка, там реально одинаковые иконки, блять, в этих двух хуй. Вообще не прибил, ни капли, блядь. У него спал баф, кстати. Блять, у него баф спал. Хорош. Ну и палец. А, подожди, он... Нет пальца еще. Супернова не хадэша, да, ульты? Нет.
Как будто Ярый добавил свой ответ, блять, основываясь на этом. Я сдох. Секунд, интересно. Я преувеличил немного. Опять же, секунд, интересно. Бля, мне не выпала реинкарнация. Я отползу куда-то. Так я на фрейскинге, блядь. А, пиздец. Куда можно писать? Куда-к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 уда-
А ты на думе, Олег? Это вообще как? Тебе это больно. И далеко. Больно и далеко. Чурай следующий дом. Как же Морг насосал хуй. А перекачка не работает. Или это я лох, потому что номер поставил. Так, блять, радуйся, это лучше. Так, вот. Гандон. Есть на обратку деньги? Есть на обратку. Знаешь, что это делается? Беру тайм плюс обратка. Хотя тут похуй, потому что у него нет. Так, сопли можно нахуй убрать, конечно, блядь, потом. Согласен, никаких соплей, блять. Мы мужики, мы, блять, выиграем и так. И с лагами, блять. С багами и с челами с 200 км в час. Ту-тю-тю, блядь. Пошёл, ну. Блядь, в последнем эфире всех игроков ебу. Найс, хорошо, 100 голды выиграл. Найс, хорошо, 100 голды выиграл. Я говорил уже. Найс, хорошо, что сделал? 100 голды выиграл. Ебать, вот вам прям двоим берсеркер просто жизненно необходим, нахуй. Бля, мне-то вот точно необходим берсеркер. Вот бы реально бесконечная жизнь, чтобы такие игры играть, бля. Чтоб прям кайф был бы. Чтоб бесконечно лагало, нахуй. Это опять Эклипс, кстати, Вань. Помнишь Эклипс? На Бристлбеке, да. Да, да. Нет. Они убили. Вы убили, они, блядь. Бессимые. Они убили. Вы убили. Такая убили-то они. Блядь. Блядь. Тебе реально надо меня бесить или что? Это тебе жизненно необходимо? Опа, браточка работает. Почему на Лишарка никто не ставил, долбоёбы? Бля, я почти вышел в ноль по ставкам, почти. Блять, выложите братку. Блять, нет, наоборот, не надо ее дрочить, потому что он, блять, он увидит, что я дрочу братку и поймет, в чем задумка моя. А он не может задуматься БКБ купить, блять. Какая разница, он просто не даст палец. А, он в берсергер упал, блять. Кто, блядь? Толку. Добьёшь? Ты пробьёшь? Ты, да, да, не убиваю. Убил! Ебать, я его убил! Мама! Убил! 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 Кто я убил? Ну дай хоть вонючку выключить, пизда. Блядь, как я люблю такие игры, сука. 120 на ставках и 0 на дуэлях. Поднято. Ебать, гроу, блядь. Таф, нахуй, там и чё. Мне дождались, блядь, молодцы. Чел чисто метузу собрал, блядь. Не чисто, там он еще и зрешок есть. Он еще выйдет, да, хуй пятый скилл дали. Он такой, ебать, медуза, только с 5 скиллами. А почему эти долбоебы иногда прыгают, иногда не прыгают на этих рыбках? Кто? Прыгает куда?
700 хп всего, блядь. Я тебе объясню. Механизм. А я 79 голды поставил. А потом, а где мои деньги? Почему у меня 120 выиграно, блядь? А я косарик поставил. Фу, наконец-то плюс бэтс, нахуй. Прыгают рыбки или кто? Козы с Африка. Блюдище, ну расскажи мне, блядь, повтори вопрос. Нахуй ты его вообще задал, если тебе неинтересен ответ, блядь. Пошел нахуй. Сильно грубо, нет? Нормально. Нормально. Не бесит просто. Я тебе, а что нормально, блядь, долбоёб? Что? Я не тебе, блядь, долбоёб. Что, блядь? Сам долбоёб, блядь. Боже, какой же урод ебаный. Ты проебал. Смотри, у него 350 хп какого-то хуя. Талант. На ставках минус 15, по дуэли 0. Вань, ну это ты можешь пробить? Каким хуем? Лишротиха ебаная. Лишротиха, блядь. Мама, каким хуем? Лишротиха, лишротиха. Я еще не понял, как он так быстро моих скелетиков убил. Тупо их ваншот, мол. Наверное, спать? Скелетика говно ебаная, блядь. Сука, я сколько раз, блядь, на скелетиках играл, блядь, сколько говнища. Да, вот я буду их менять. О, ебать, это поможет. Чё 3700? Типы джекпота выигрывают по 10 тысяч. Какие нахуй 3700? Бля, сейчас буру там влезает. Да, не завидую тебя, конечно. Я ещё нихуя не получу за раунд. Ни книжки, ни хуишки. Дишрак топ 10, блядь. Пишет только в чат. Без того, что играть в доту. Дишрак получил деньги и книжку. Пошел просто нахуй. Лен, знаешь, что насчет фразы? Невозможно проебать. Да, сейчас проебом. Когда в обраточку, он под репелом, а ты в обраточку дуешь эклипс. Вот это... Блять, так сложно дать мне реинкарнацию, это проблема? Мне дают призывай. Блять, так сложно дать мне реинкарнацию, это проблема? Мне дают призывай, мне дают Strix of Trade, блять, мне все на свете дают, кроме реинкарнации. Возьми персу завоял. Нахуя он мне нужен? Против физушников. А кто-то физушник в лобби? Медуза? Блять, Леон, вот тебя забыли спросить, нахуй, кто физушник в лобби, понимаешь? Я сижу, думаю, что я забыл сегодня сделать утром. Ну в рубиты беру таймер. Тут он не стоит ФК, блядь. Там он стоял ФК, тут он не стоит ФК. Сын дерьма, пошел нахуй. Пошел нахуй. Прибыл. Пиздец. Тут все, тут он играет сразу, блядь. Да, а вот я два раунда назад выиграл жопой 3000, блядь. Он нахуй 6. Честно, блять, он половину моего накорта. Сука, гандон ебаный. По ставкам 115, нормально. Я много не проиграю, потому что я много не ставлю. Сейчас на Яру, на Олега поставлю миллиард. Олег, самое время проебать, я тоже на Олега поставлю. Олег, не время проигрывать вообще. Заебал этот бегун, нахуй. Ну, знаешь, у него без баша Charge of Darkness нахуй может пойти. Бля, я проще играл с русскими, затем оперативнее играть. Тебе лишь бы с русней поехать. Там скорость таки есть, он может пробить. Он может пробить, кстати, яйцом. Яйцом поймай, сейчас просто палец ебало. Дай палец, а мы долбей, куда ты идешь? Что, деградант ебаный, дегенеративный дегенерат? Дай ему палец, блядь. Спасибо.
штука, но просто ебанище. Яра, что он пишет? Переводи. Он сын пизды ебаной. Так. Еще мать в детстве бросала головой к стенку, а потом ушла, блядь, к хачам каким-то. Будь здоров. Осуждаю. Осуждаю вас, осуждаю. Чел без капиталиста, о чем прикол? Что он просто, блядь, сидит нахуй еще и покупает на 20 тысяч своих? Он книжки ролит, сидит, блядь. О, смотри, купил. Бля, Лишарка сосалка. Бля, ну Лишарка я теперь не выиграю с сосалкой. Не, выиграю. Но сосалка это вообще неприятно. Чмыров ёб ебаный. Сосалка. Мама твоя сосалка. Блядь, как же у меня нихуя нет. У меня есть Скайстав. Это даже... не близко, блядь, к Санжу. У меня есть урна обычная, у меня есть Блэдмейл и у меня есть Вудмаск. Прикиньте, какие у меня планы на будущее. Ну, чисто подбодрить, ты не с такого камбэкал. Да, там у Леона всего лишь в два раза больше, блядь. Ваня, вот. Чисто подбодрить? Я был бы еще более-менее нормальный, если бы у меня не было задержки в одну секунду, блядь. И вот чего я нажимаю. Типа, тогда еще нормально было бы. Только не кидай в дуб в него, когда он под репеллом. Там статус резист ёбнутый. Там а нет, там, нет, дома, там нет статус резист. Там чистый урон с дома. Статус резиста, это когда меньше дебаф идется. Ну там нет статус резиста, я чекал. А раньше был, кстати. Что-то за репол дает. Уже смотри. Тупо силу и силу. Две силы. Реально? Все. Вань, давай, просто сожги ее нахуй. Аганима нет, блядь, шарда нет, нахуй я нет, блядь. Просто силу. Нахуй у меня шард, иди нахуй. Силу и реген. Ебать, скилла, который раньше был БКБ. Блять, это тоже быстрая пизда. Но тупая. Хром? О! Хром, я хук в него кидал. С чем сожри, блядь, не беси меня, Леон. А, блядь, все скиллы поменяли. Блядь, потому что первый это дисмембер у тебя. Да, 16 дисмемберов у меня. Пока я насчитал. Я сейчас пропиздуюсь, блядь. Первая жизнь пошла нахуй, походу, Ванечка. Хотя... пришлось купить пайп себе. Я минус. Ай, блядь, на последнем хп, блядь. Пиздец. Хорош. Ой, блядь, уебан, сука, сберу таймом. Не завидую. Я понимаю, блядь, что у меня... Хотя, блядь, бру тайм ебаный этот, конечно, блядь. Яйцо, блядь, я брыганное, блядь. И именно когда, блядь, жизнь снимается. Бля, спасибо, нахуй, бля. Спасибо, игра, блядь. Я игра, что хотел. Ой, ебать ты долбоебик, нахуй. Ты только переживи. Блядь, не смог ничего сделать. Ебать, он еще с руки, блядь, сколько у него с руки урона. Что так запиздил? Ну я там слоуберн еще. Ты 350 урона выстрелил. Блять, дают просто ебанешься, какие скиллы, нахуй. Нахуй Накса поставил? Нахуй все Накса поставил? А, это объясняет. Это все объясняет. Да, так книжку хочется, но так надо еще столько всего купить себе, блять. Вот это постоянная вот такая вот непонятка. Опять зерусь, блять.
Ты его выбьешь. Только если будешь давать эклипс, там как-то обраточку. Ой, БКБш. А у него БКБ тоже. БКБш. Да похуй на мледенький. Давай. Так ты подходи к нему, чтобы спиной стал просто. Ты когда нажимаешь эту штуку, ты можешь ходить. Че, проебали? Не, я сейчас что-то придумаю обязательно. Какая хуйня, блядь? Какая хуйня, блядь? Сука, ну какая параша, блядь? Или шрак вообще бомжара, пиздец? Да ты, блядь, нормально, хорошо. А сейчас он даст просто палец в него или нет? Мужики, в рядочек выстрелить нормально. Вот по 40 тысяч, у меня, сука, 34. Рядочек такой себе, блин, получился. Помните, вчера карта... В Галисмоде там вот эти ступеньки были. Mm-hmm. Типа и там были. Вот, это четвертая ступенька, блин. Там с Олегом кем-то не кидал, сейчас с Олегом меня кинет, блядь. Я давно не дрался. Мне ж пиздец, клево не кормить, дай с Думом подраться. С Думом с Арканаурой, блядь. С Дуриалмом. Дум на нее нет смысла, да, кидать? А чё нет? Есть? Есть. Не, ну на себя дум кинь просто лучше. Она бегает просто быстро, поэтому ты ее не догонишь. Ну, так ты и сделал, нахуй. А, вот. Всё нормально. О. Беру тайм реинкарнейшн. Мама знает? Блять, это сука реинкарнация так флюту ярого, блять. Судя по молчанию, мама не знает. Судя по молчанию, ты. Это Леорики, у меня Гранд Либриан. Это нихуя не минус мать. Хуя не минус мать. Инкарнация это не минус матерца. Минка, бу-бум, тяпа мина! Видишь гиену огненную? Зато попиздеть надо, блядь, я тебя не пробиваю никаким хуем, зато попиздеть надо. Надо попиздеть. Не берсеркер спас. Леди и джентльмены, позвольте представить вам мой новейший скилл. Почти погиб. Агилити. Я не могу биться его брать. А хули так больно, дядя? Блять, как же лагает нахуй. Почему задержка? Я ж против Леона не выиграю, мне просто палец въебет. Амин. А вот этот чел не въебет палец. Губу закатай обратно, а? Народ нахуй менять. Just
Сука. Невозможно убежать от дума, когда, блядь, это так лагает. Я ебал. У меня так жопа горит сейчас. Просто пиздец. Реально прямо вызвал лагу. О, ебать, тоже лагает, кстати. У тебя не лагает, так, не пизди мне. О, подожди, блядь. Ну, да сука, книжки не идут через контур. Ну дайте с бомбом, блядь, так заебало. Нанел, все, нормально. Флешки по гилити, флешки по гилити, флешки по гилити, блядь. Реролинул хук, флешки по гилити. Сейчас реролинул флешки по гилити, дадут что? Хук. Только еще ролить нахуй. 50-50 не могу выиграть, ебучи. Я, конечно, скиллы все против крипов называется. У меня был ворк, реинкарнация, это хуйня. Брутайм и антачабл. Вот на крипов мне поебать. Дай 40 вон туда, блядь, игру. Блять, как же лагает, нахуй. Мама, блять. Лежащий мод спит, там 700 имеет, блядь. Мне похуй, покупай Book of Sleep Training. Защи погилить. Опа. Леди Смембер, слава богу. Да либо хук сейчас, я бы кричал. А, вот это знаете. О, смотри, вы ебанчик с беру таймом. В этот раз не слева. Яра, отъебись от меня, блядь. О, проебался, не дал этот эклипс, дал смотри в хуйню. Сука, зажал к стенке, блядь. Как проститутку какую-то, блядь. Выебали меня почему-то. Там а проститутка с членом оказалась. Или хуй. Как посмотреть? Для тебя перцовый баллончик был бы более неприятен, да? Перцовый баллончик — это хуйня полнейшая, очень больно, блядь. Лучше пусть у него хуй окажется. Тебе перцом в глаза, блядь, сыпли, блядь, даже пиздец, и пиздец больная хуйня. Нахуй стоит? Бьет его в обратку, блядь. Не, мне нихуя для перцом баллончиком. Чего не топает по ней, блядь, у него ж рейтинга много. Или нет? Конь было такое, что персон баллончиком ебало, блядь? Нет. Я не советую, нахуй, ты просто пиздец, блядь. А давно ты промышляешь? В тупые пиндосы же в Америке, там посвящение, когда тебе мусора посвящают, тебя шокером бьют, а когда тебя в армию посвящают, тебе персон хуячит с ебалом. Ебать, Акс проебал, просто пиздец. Да он дегенерат, потому что у него 2 рейтинга с хуем, он не понимает, как Giant String работает. Giant String — это, блядь, загадка, нахуй. Тупо непонятно, как что это. Блядь. У чела 2 с хуем рейтинга, он не знает, как Giant String работает. Ну как так, блядь. Пробивает меня, мой ёбищ. Булвар, блядь. Булвар? Нахуй ты его врубаешь, иди к нему просто. Обраточку. Нет обраточки. Сколько до обратки? Будет. Что он делает? Почему он типа не перекачается в силу? Там мне и вакабака. Там мне Олег сейчас, блядь, подойти к нему. Бля, не бухту выиграть.
Если он Олега БКБ сейчас пробьет. Хорош, Олег. Нет, экзорцизм еще. Вот только экзорцизма тебе, Олег, не хватало, конечно. Надо гриму купить, да? Съесть его нахуй. I know, Я даже не смотрю, тебя болики эти нахуй, блядь, нахуй не нужны, блядь. Оно невидимое. Бля, лучше нахуй диаболики оставьте мне, блядь. О, пацанчики. Витя. Блин, пацанчика фьюл. Просто надо нажимать и все. Там Сука, как же лагает, блядь. I know. Блять, что происходит нахуй, блять? Бля, не могу, у меня лагает. Еще и походу кто-то скилл лагает. Что происходит, блять? Я нихуя не понимаю, что. Ты просто спиной к нему становись и все. Я не могу, блять, телепортатор нахуй, блять. Сука, я смотрю туда, блять, он уже в другом месте. Сука, ну, блять, такая скотина ебаная, блять. Он такой, оп, а я уже здесь. Наконец-то морф тянул. I know I'm bad. Так, сначала поставить на него улын, а потом пролить. Правильно? У меня щирирол есть, оказывается, ебать, бесплатный. А я не знал об этом. Делайте от меня долбоебом. Как долго скиллы, сука, меняются? Драка нахуй там, я тут, сука, блять, занимаю хуйней. Круто. Яру пробила. О, ребят. О, Ванечка. Ты съебался или что? Я же нет. А. Не говорил ты. Ванечка, говорил. Ванечка. Хуйсосик, блядь, сука, с ебаном, блядь, фолспромисом невидимым, блядь. Ты долбоёб. Ты, блядь, слабак с бюротаймом. Завали свой пиздак, чмошник. Блядь, что я нажал? Блять, у него еще такой. Да. Мамке привет. Уёб. Спасибо. Я ее ебал, если что, маму. Жестко, спасибо, жестко. спасибо. Ну что-то грубо? Ебан сидит не рассказывает. Блять, Ваня, ебаный, блять, с фулл-промисом. Охуеть, фулл-промис, прикиньте. Это ж, блять, надо было так. Фулл-промис стрелять. Ну ебаный рот. Я в ахуе. Ебать, что так лагает?
Да это я false promise нажал просто. Так ладно, продлите, если что, пожалуйста, следующий раунд. Пошел ты нахуй. Чего мне так похуй на меня? Лучшая смерть. Я зря начал поменял, хоть бы пожил. Бля, такое ощущение, когда завтра не надо на работу. Охуенное. Так, я тут. Привет, так я тут. Оп. Что, у него уже егерсов нету, да? У нас кроме Олега всех X. А еще не, у Ярова там что-то есть, он написан. У Ярова курса. Ну, все равно что-то есть. А, ебать. Хуя себе. У меня так лагать начало. Меня тоже подлагивает. Я думал, он тоже играл лагает, у меня еще задержка нахуй. В развитии. Бля, я вот-вот вылечу, вот. У него 1000 move speed, блядь. 1100. Стрелы. 1100, блядь. Вэм. Ну, буду в него кидать урны, блядь, я не знаю. Обратки у него же нет? Ой, ну это... Лагает пиздец, кстати. Так, тут уже отмечал, что подлагивает. Ты подошел толпа, ёб. Сейчас бы сырой печёт. Блин, какой же дегенерат. Просто в ахуе. Блять. Пизда нахуй. Игра лагает, работать будет? Лагает еще не близко. Нет, тебе спасет. Ой, ебать, он успел нажать. Это не из-за Акса, потому что он бегает на ебанутой скорости и очень много джентрингом. Не знаю, не знаю. Ну нахуй, покажите мне этого долбоеба. Кажется, что ты из-за него. Никого больше нет, ничего такого лагающего сильно.
А вот к этому всему добавьте еще секунду задержки, блядь. У меня задержка в развитии сейчас будет. Две таразки у чела! Две таразки, блядь! Две таразки, блядь. Берултайм, берултайм. Плюс промис энрейдж, реинкарнация, клоака. А у тебя что, Олег? Мне вообще ничего не... Ну, надо подцепить. Я понимаю, что у меня скиллы и так типа охуевшие. Хотя я уже слабее стал. Случайно рот променял. Я вот даже не выжигаю, блядь, эту хуйню, типа, потому пиздец. Закопанный. Просто спиной стань и всё. Спинкой, спинкой, спинкой. Так, тебе надо как-то постараться, потому что он сейчас нажмет реинкарнацию. Бля, какая-то пизда. Не нажал реинкарнацию. Генерат. Спинкой, спинкой, спинкой. Ну, спинкой, остановись. Я спинкой встал. Нет, ну ты спинкой уходишь. Ты встал и уходишь. Надо встать и стоять на месте. Такой лобби, сука. Меня это так, блять, как он меня нахуй бесит, если не представляете, блять. Вот когда честно. Он бегает, блять, я хочу, чтобы у него мама, блять, здоровая была, живая, и все, все хорошо было. И у меня на коленках, чтобы она сидела. Бегает, блять, и бегает. Так, это из медузы лагает. Почему это не лагает? Я думал, что это у меня из-за духов. Огонь. А, может быть, кстати, ты. А, блять, это реально ты. Хотя медуза задефил и перестал лагать. Ну, медуза ж не больше. Ну и я задефил, блядь, и перестал лагать. Может быть. Блять, смотри на эту хуйню, блядь. Просто пиздец. Я думал, у медузы, типа, там эти дробовики, блядь. Мультишот, дробовики, они все взрываются, когда там тыщ-тыщ. Но вообще духи, да, лагают очень сильно. Не, это просто пиздец. Ты бы знал? Ну сейчас сдохну. Очень сильно лагают. Ну, у меня есть скиллы дерьма полного. Блять, Ванька нахуй, красавчик. Минус 24. Ванька красавчик, знаете такого перца? Надо было ничего не менять, не пытаться вырвать, а играть на свои уверенные топ-5, получил много людей и все. Сейчас бы сырой печенки. Меня бесит, что, блять, 64 раунд, а все лобби нахуй живое. Почти. Уже можно и повылетать кому-то. Я скоро, блять, отправлюсь походу. Ну давай, хотя бы ты, блять. Вот это должно начаться. Я не прижимал, просто он, блядь, подсал на ходу. Ветра надо купить. О, кто-то вылетел. Огр? Против Лега надо сразу нажимать беру тайм, как только он типа начинает подходить. Тебе. Хотя он может туда не нажимать сразу его. Топ-5 есть? Топ-5 пока нету, блядь. Надо еще кого-то, чтобы вылетел, но топ-5... Топ-6 есть, выходи нахуй. Топ-6 пошел нахуй, нет, топ-5, мне надо, блядь, получать рейтинг. Какого топ-5? Топ-6 надо тебе. Я, по идее, за топ-6 дадут. Зачем тебе рейтинг? Нет, 1500, нет, меня снимут за топ-6. Бля, проблема Леона в том, что у него 18 тысяч хп, блядь. 19 почти. Ой, блядь. Ой, блядь.
А, ты же, блядь, еще с этим, с невидимостью, нахуй. Решил взять себе не колу, а апельсиновый сок. Хули тебе в моей невидимости? Шо, бля, у меня номер еще на Макделивере, К66. Забавно, блядь, вот бы было К066. Что я нажал? Медузка отлетела. О! Ты что делаешь? Он нормально. Да ты чё? Бля! Ты сколько, блядь, там хилиться будешь, блядь? Все, уходи от меня. Долбоёб, блядь, сколько там прохиливаешься, блядь? Много, блядь. Сколько надо, столько и прохиливаешь. За долбоёба, конечно, надо извиняться, блядь. Я сдох, блядь. Сука, как ты заебался микрикеном, блядь. Я просто бей плюс 9, нахуй. Плюс 9? Да. А. Так все похуй. Мне плюс 9 дадут, сука, за третье место. Так ладно, мужички, я пошел. Ладно. А мы встречу. Потом ты... Давай. Так положись. Давай, пошути, долбоеб, нахуй. Я сейчас запретку кину. Давай, пошути. Давай. Ну иди встречай, и все, блядь, не буду шутить. Че, боишься, блядь, запретку, что ли, кину? Давай. Ну вообще да. Все, хорошо, давайте, я скоро вернусь. Так я не понял, заводить на или нет? Что? Пиздец, еще как и похуй сдох. Ну все, Акса, блядь, можно, чтобы Акс отлетел, блядь? Надо. Не можно, а нужно. И мы с тобой топ-3 поделим. Давай. Ну-ка попиздимся хотя бы раз. Интересно, пиздец с тобой. Понял тебя. Кобель. У Лёна 19 тысяч хп, блять, я не догоняю его по хп, это пизда просто. For a reenactment. Come and get it. Сколько армбора? Надо золото на него, конечно, нажимать. Кажется, сейчас надо будет фолд промес ебашить. Что, никто из них не сдох, блядь? Так сложно, что ли? Сколько урона с обратки из духов сейчас? 60. Ой, блядь, сейчас посчитать, что надо. Да не, короче. По отдельности можно. Блять, дабл ролчик выиграл хуйня. Сильно много мяса. Ты не любишь мясо? Да не очень. Делай как я с пиццей. Гавайской. Там мясо ты берешь и колбасу нахуй. Просто, блять, 3 слоя. И машешь. 22 тысячи хп! Сука! Сука! А, нахуй!
Вот этого нихуя себе, ребята, пиздожите. Бля, крипы прям, блядь, трахой. Если он на мне дрался, блядь, вообще ни разу за игру, мне кажется. Не, так, третья дуэль была, если он, ладно, наебал, извините. Соло кью аренбади, сило йодеку, сило дейсано, срано, абассано. Си? Или не си, блядь? Или си? Давай, Лежа, в Shadow Dance, блядь, дум на себя и просто за ним. У него форсбутс, ну. Но ты быстрее. А у тебя же были форсбутс тоже, не? Что, их убрал? Блядь. Ну вы видели, просто. Я не видел, я. Меня крипы ебали. Тычки не хватило, да? Реально, одной тычки не хватило. Это печально. Бля, этого хусоса просто жиром перебью. Блядь, заебал. Блядь, не успел приложить штучки. Блин, какой вообще шанс, что в ебаной кастомке у нас попадется два испанца не в пати. А, долбоёб. Пошёл нахуй! Пошёл нахуй! Так, долбоёб. А в Европе вообще знаешь, что такое дота, блядь? Испанцам говорят настолько больше людей, что в целом. Блядь, подожди, стой. Яры, блядь. Яры, забри ебало. Извини. Да, я потерял. Какая же мне пизда, блядь, я проебал. Плюс 9. А кто выкинул? Умри! Боже мой, ебать, там последний тик бы, блядь, сейчас. Да, сейчас бы последний тик. Нормально. Ай, блядь. Кась 5 мета, блядь. Кстати, интересно, Леона бы ты этот? Я бы на твоем месте бы сейчас просто муншардик там, блядь, книжки на Агилу похавал. Потому что если ты долбоеб поставит... Блять, у меня не работает дота. Извините. Мне прям совсем чуть-чуть не хватило. Блять, ебать, я долго. У него без КД, да, крутилка? Он только 4 раза крутилку нажал, сын шмары. Мне не переложилась эта хуйня. У меня до сих пор не пила эта хуйня, блядь. А у тебя по сайонке берсерхер сработал, или ты ультурсы нажал? Ультурсы. У меня ебёт его Блэйд Фьюри. Мне на палец похуй, а вот Блэйд Фьюри, блядь, я не знаю, что с ним делать. Мне просто не хватает. У него, блядь, 28 тысяч хп. Как эту хуйню можно пробить еще? Я смогу быть.
Ебать, им похуй на ультурсы вообще. Они бы его трахнули, интересно. Походу нет. Не трахнули. Двадцать восемь тысяч хп, блять. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Я еще пойду. My hands are tied. What should I make? Алло, я тут. Понял.
Алло, я снова тут. Опять понял. Шелань, в итоге ты его не осилил, да? Да. Он на БКБ бесконечно. Если не БКБ, там как-то браточки можно было попробовать. На берсеркере поймать. Типа у меня две линки. Нажимаю ульт Оракла, он там мне что-то дает палец или что-то дает, у меня срабатывает айонка, бла-бла-бла, потом у меня ульт Орсы, а потом я такой беру, нажимаю две братки, он мне дает палец, а у меня, блять, сработает берсеркер, я не умираю, он умирает. Насколько этот гандон просто БКБ был все время. Он меня убивал крутилкой одной. Он палец даже не давал, блядь. Давал, но похуй на тот палец был. 30 тысяч хп, блядь. Ну тут сори. Да, да. Не, может. Вы играли, да, Вальхейм? Да. Первый остров прошли. Только. Хочу скачать поиграть. По идее установил. Вальхейм можно вообще бычьим стаком зарубиться. Ну вот Вован тоже предлагал Вальхейм. Там Никита что-то еще говорил вчера. Да, 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 я выпущу. Надо будет Леона развести. Это я хотел комперт запустить, секундочку. Без музычки пока что. Алло. Без музычки, без всего, я еще приду.